Кстати, именно сфера торговли на Ямале занимает лидирующую позицию по количеству обращений в Роспотребнадзор. На втором месте остается сфера ЖКХ, а замыкает тройку лидеров по жалобам финансовые услуги. Качеством покупаемых продуктов недовольна практически половина обратившихся к санитарным врачам. Продукция, которая сегодня поступает в регионы, находится на прилавках продовольственных магазинов, не всегда безопасна для здоровья населения. В 2012 году службой в результате проведения контрольных мероприятий было забраковано 720 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общим объемом порядка 6 тысяч тонн. Главным образом были изъяты молочные продукты, соки и продукты птицеводства. Обеспечение ямальцев продукцией местного производства – вот реальный способ обеспечить здоровье населения, подчеркнула главный санитарный врач округа.